Почему огненный тролль сжег мамин сад? А Драугар подошел так близко к жилью. И что это за ледяная тварь? Я не знаю. Теперь помолчи. Иди в дом, сын. Ты вышел из себя. Этот урод хотел нас убить. Ты тут? Бесполезно! Скажи то, что я хочу знать, и боль уйдет. Это просто. Почему тут две кровати? Прочь из моего дома! Задел за живое, да? Ты медлителен и стар. Не надо было тебе приходить в Мидгард. Ну что, еще разок? Слишком много слов. Хочешь говорить? Ладно. Может, тот, кого ты прячешь в доме, захочет. Кто там? Кого ты от меня прячешь? Сейчас узнаю.
Да, мне нужна была лишь правда. Но тебе надо было состроить гордеца. Давай, бей со всей силы. Я не отступлю. Ты стар и скоро выдохнешься. Прежде чем ты умрешь, знай вот что. Я ничего не ощущаю. Видел, ты не можешь причинить мне вреда. Ничто не может. Эта драка бессмысленна, как и твое сопротивление. Можно было без этого обойтись. А, ты жалок! Тебе не победить! Я ничего не ощущаю! А вот ты ощущаешь все! Ну не сдаешься! Я же не мой брат! Если бы ты сказал мне то, что мне нужно, все бы закончилось иначе! Но нет! Покончим с этим! Меня ощутить что-то, но ты не смог. Кто это был? Он меня знал. Знал ли он о моем прошлом? Как они нашли меня спустя столько лет? Тоже. Я не знаю, как это сделать без тебя. Но оставаться тут нельзя. Вы там как? Я думал... Гора. Путь будет долгим. Что тут случилось?
знаю. Чего он от нас хотел? Мы же ему никто. Ты его убил? Я сделал то, что должно. Ты мог умереть. Оставляй меня одного, ладно? Ладно. Вверх. Ты раньше убивал людей? Ты это умеешь. Мы делаем, что нужно, чтобы выжить. Я понимаю, звери. Они пища. Браугры, они и так уже мертвы. Но люди, они же тоже хотят выжить. Закрой свое сердце. На пути нам предстоит столкнуться с самыми разными тварями. Не пускай в свое сердце их отчаяние. Не пускай их страдания. Не давай себе сопереживать им. Они тебе не станут. Я понимаю. И это было тут всегда? Поможешь мне забраться? Будет лучше видно. Хорошая идея! Оп! Есть! Сын. Да. Там висит ведро. Наверное, для приношений. Мама говорила, кто поклоняется, кладет ведро приношений и вешает повыше от ворот. Оно старое. Глупо. Что глупо? Поклоняться богам? Богам плевать на них. Люди не должны поклоняться монстрам. Отец, по пути мы встретим других людей? Да. Мирных? Нет. Грабителей? Возможно. Да. А. Отец, ты должен это увидеть. Так сколько времени уйдет на дорогу до горы? Я не знаю. Успеем до зимы? Не знаю я. Ладно, ладно. Yeah!
как? Я помог? Если хочешь помочь, отвлекай их. Если враг не моя цель, значит твоя. Но только если уверен, что справишься. Справлюсь. Смотри. Зеленый йотунов. Йотунов? Великанов. Ты можешь прочесть? Не все. Мама научила меня языкам, которые знала. Они вроде как родственники. Я могу иногда разобрать смысл в незнакомых. Что-то еще? Стреляй медленней. За скорость платишь меткостью. Понял. Кажется, здесь можно пройти. Иди. Ага. Вон гора! Идем! Погоди! Крепкий! Видишь? Помоги! Помоги, отец! Держись! Скорей! Я сорвусь! Держись крепче! Я сейчас! Все обошлось. Хватит бегать. Спешка дорого стоит. Помни, меткость важнее скорости. Последний. Ну как, лучше? Все равно спешишь. Не надо, пусть даже выстрел будет один. Контролируй себя. Место! Посмотри. Читай. О. Тут раньше был рынок. Давным-давно великаны торговали тут с богами. Интересно, бывал ли тут Один? Кто-то ломает стену! Наверху! Кто-то ломает стену! Смотри, там наверху проход. А, ты слышишь? Что это? Увидим. Не отходи. А, что это? Мы пойдем на это жуткое пение?
почему тот человек напал на тебя? Я же сказал, сын, больше ничего не знаю. Так вот, как сюда спускаться. Они могут они передвигаться стаями? Они не ждут нас там целой толпой, злые, как змеи. Хватит. Прости, подумалось. Наверху! Надо подняться обратно. Ну как? Иди за мной. Сказал, что нас могут попытаться ограбить. Я убью того, кто рискнет. Я не боюсь. Если придется драться с людьми, ты отойдешь в сторону. Понял? Но я умею сражаться. Я запрещаю тебе ввязываться. Разговор окончен. Смотри. Ладно. Этот язык я уже видел. Смотри, тут еще. Его звали Громгнир. Мама рассказывала. Огромный каменный воин. Похоже, был жестокий бой. Там Один, Тор... Сын. Атрей, ко мне!
Тяжело. Отлично. Безопасно? Думаешь, безопасней там? Фу, что за вонь? Мальчик! Все кончено. Давай уйдем. Тогда соберись. Надо искать выход. Это цепь. Вот. Опусти цепь. Ладно. Атрей, цепь. Да, цепь, точно. Ты ушел в свои мысли. Не думай, он бы тебя убил. Я знаю, так было нужно, я знаю, просто... Тогда идем домой. Что? Так быстро сдаться, едва начав путь. Стой, нет, я не сдался, я справлюсь. Я просто... мне надо, ну, отдышаться. Поднимайся, я готов. Слушай меня. Чтобы хорошо сражаться, воин не должен сочувствовать врагу. Впереди у нас долгий и трудный путь. Мальчишке на нем нет места. Ты должен стать воином. Я понял. Бегай, тупый! Я тебя так отпинаю, стрелой помчишься! Пошла!
Чего застряла-то? Шевелись! Пошла! Ленивая тварь никак не хочет идти через мост. Ее напугало что-то там, за деревьями. И что там? Отец, брось топор вон в те деревья за мостом. С белыми стволами. Ты был прав. Эй! А пацан-то глазастый, я смотрю. Видишь? Что на этот раз сломали? Чего тебе, милость пузатая? Что еще? Сынок? Определился с выбором. Нет, у обаяния, конечно, тоже защита.
Интересно, зачем испытывать судьбу? Материал весьма прочный. С твоим напором пенек продержится. Носи достойно, засранец. Смотри, не спугни. Наш приятель снова прячется за деревьями. Давай, бросай свой топор. Для меня найдется место? Только не сломай мне голову. Видал? Видал, как я бью? Приемлемо. Приемлемо, ишь ты. Знаешь, что приемлемо? Твоя стойка. Ты в дерьмо наступил? Умеет твой папаша рубиться. Ты, небось, тоже так был? Эта дорога ведет к горе? Примерно в ту сторону, ага. Ну что, глянешь на мои товары?
Брок. Ну, что еще надо? Почему у тебя половина клейма? Потому что я со своим никчемным братцем больше не работаю, ясно? Уступай. Сюда. Иду. Я даже не заметил. Идем. Рад встрече, Брок. Придумаю имя твоей зверюги. Имя ей — сраная благодарность. Эй, сраная благодарность! А ну иди сюда. А хорошо. Ты бросил меня в бою. Да. Люди — это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Стой! Мы снова здесь. Я не дам нам погибнуть. Сюда.
Вот это находка. Эй, посмотри. Что это? Мальчик. Смотри, тут начертаны руны. Что сказано? Вдвоем, втроем ли мы станем одним? Но одному не быть таким. Загадка? Может, где-то тут есть подсказка? Кольца вращаются! Спускайся! Мальчик, и что нам говорят руны? А, тут сказано «семья». Это не подсказка, а ответ. Из одного не выйдет, смотри. Да? Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Кинслот. Что-то есть! Хорошо, что встретили Брока. Но еще лучше, что уже уходим. Это уже позади. Сын, чьи следы? Может, кабан? Не знаю, но я найду. Иди. Воину важно не терять свои навыки. Что?
Вот, что написано. Символы трех сфер. Ну, судьбы. Добра не жди. Сын, сюда. Хм, интересно. Пожалуй, стоит записать. Я слышу впереди твою добычу. Я знал, что кабан. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебник? Будь готов. Снова люди? Что-то другое. Он пролез тут внизу. Мальчик!
где ты?